Всем привет, ребята! С вами Гиена Ген 903, вы на канале Рэй Боец Ченнел. Сегодня поговорим о новом обновлении в Adopt Me, а также расскажу, где и как можно получить новых питомцев Чау-Чау. Чау-Чау – это собачки, их 4 вида. Но начнем с самого начала. Итак, ребят, получить этих новых питомцев Чау-Чау можно вот в этом здании Nursery. Заходим. Но не все так просто. Эти питомцы находятся в VIP-комнате. Доступ в VIP-комнату имеют только те, кто обладает VIP-пасом, который до сегодняшнего обновления стоил 500 рубаксов. После обновления этот пас стал стоить, Game Pass VIP стал стоить 750 рубаксов. Что, ребят, получаете вы за 750 рубаксов? За эти деньги вы получите 100 баксов в ваш аккаунт, вход в VIP-комнату, новый дом. Видео о новом доме я вам показала, называется это новый дом. Очень-очень важный дом. Very, very important house по-английски. Кроме того, все игроки, которые купили VIP, получают одну косточку, с помощью которой можно выловить одного из новых питомцев, новый Чау-Чау. Вот они здесь сидят. Кстати, VIP-комната тоже обновленная, полностью обновленная, то есть она имела совершенно другой вид, сейчас она гораздо больше. Здесь вот такой танцпол, на котором гуляют собачки. Но сейчас вернемся про собачек, скажу. Итак, ребят, их 4 вида. Каждую из этих собачек можно получить, только угостив их косточкой, специально золотой косточкой. Одну такую косточку дают игроку, который купил VIP-пас. Если игрок хочет получить еще одного питомца Чау-Чау, то ему нужно снова купить косточку, которая будет уже стоить рубаксы. Вот такие косточки. Стоит такая косточка 249 рубаксов. Итак, чтобы получить одного из этих Чау-Чау, нужно их угостить косточками. Чаще всего выпадает простой, ультраредкий, вот такой вот бежевый Чау-Чау. Вот он внизу сидит. Это ультраредкий питомец. Плюс еще есть 3 легендарных Чау-Чау. Черный, темно-коричневый и самый классный золотой. Черный и темно-коричневый имеют шансы выпасть 10% из 100. Ультраредкий 77,5%, но и сложнее всего получить золотого Чау-Чау. Всего 2,5% шансов, что вам попадется золотой Чау-Чау. Ну, ребят, я вместе с вами попробую выловить одного из Чау-Чау. Не очень сильно рассчитываю на успех, что мне попадется золотой Чау-Чау. Потому что почему-то вот в последнее время мне не выпадают легендарки. Да, кстати, вот еще одна такая история. Давно, наверное, месяца два назад у меня было печенье, когда еще до обновления пингвинов. Были еще старые пингвины, когда можно было выловить только 2 вида пингвинов. Либо золотого, либо черного. Вот у меня была одна такая рыбка. Для того, чтобы поймать пингвина, я решила поймать одного из пингвинов. И суть в том, что я никогда у меня не получается нормально кинуть вот эти вот печеньки. Я не знаю, как их кидать. Всегда у меня я выжидала момент, когда ко мне подойдет золотой пингвин. В итоге, когда я кинула эту печеньку, я кинула совершенно в противоположную сторону, где даже в помине не было ни одного золотого пингвина, были только черные пингвинята. И вот самое смешное произошло дальше. Вокруг этой печеньки столпились черные пингвины, и вдруг откуда ни возьмись, бежит золотой пингвин, перепрыгивает через голову всех черных пингвинов, просто стремительно бросается к этой печеньке, съедает ее, и я получаю золотого пингвина. Это было так смешно, потому что он реально взялся откуда ни возьмись, прыгнул через голову черных пингвинов и съел мою печеньку. Я была очень рада. Но сегодня
даже если мне выпадет простой чау-чау, я не буду расстраиваться, потому что он тоже прикольный. Разница только в цвете. Ребят, ну что, готово? Вот в моем инвентаре есть печенька, чтобы у меня были свободные руки. Я уберу питомца, который у меня на ручках, это муравьишка. Я его уберу в инвентарь, чтобы мне не мешался. И дальше будем ловить с помощью этой косточки одного чау-чау. Ребят, я не знаю, как бы я ни старалась что-то тут вылавливать, но вряд ли у меня. Все, я кидаю, жду. Интересно, кто же мне походу простой. Да, мне попался простой чау-чау, ультраредкий. Вот, и я стал обладателем ультраредкого чау-чау. Вот он. Ну, немножечко я огорчена, конечно. Но не буду расстраиваться. Попытаюсь счастье в другой раз, и может быть в другой раз мне выпадет золотой, черный или темно-коричневый чау-чау. Ребят, вы тоже не расстраивайтесь, что вы, если кто не имеет випа, что вы не можете поймать чау-чау, всегда можно его затрейдить, так что не отчаивайтесь. Кому понравился этот питомец, попробуйте получить его в трейдах. Ребят, ну а на сегодня все. А, кстати, еще забыла важное напомнить. Обязательно подписывайтесь на канал. Канал новый, очень нужна ваша поддержка. Я делаю розыгрыш призов среди первых 100 подписчиков. Среди первых 100 подписчиков разыграю retard egg, то есть яйцо-старичок вот этого. Пойдемте, я вам покажу, который тоже можно купить только в VIP-комнате. Вот такое яйцо. Вот. У меня будет 10 выигравших. То есть те ребята, которые выиграют один из 100 первых подписчиков, будут иметь возможность выиграть вот такое яйцо. Дополнительно, когда мы наконец достигнем цели 100 подписчиков, я вам все расскажу, где, как и когда можно будет получить выигрыш. Так что, ребята, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока-пока.